Состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию жилых домов в селе Болонь, возведенных для пострадавших от прошлогоднего наводнения. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава Амурского муниципального района Иван Масько, члены правительства Хабаровского края, жители района, строители, представители общественности. Церемония началась с символического вручения ключа главе Болонского сельского поселения Юрию Евсееву, а директора подрядной организации «Общество с ограниченной ответственностью СТЕРХ» Сергея Ефремова. Вклад в строительство жилых помещений для пострадавших граждан отмечен почетными грамотами и благодарностями главы Амурского муниципального района. Уважаемые жители села Болонь, в прошлом году, чуть больше года назад, село Болонь постигла большая беда. Пришла большая вода. Большая часть территории села была затоплена. Пострадало много имущества. Но надо сказать, что правительство Российской Федерации, правительство Хабаровского края не оставило жителей один на один с этой бедой. Было сделано все для того, чтобы компенсировать утраченное имущество, обеспечить людей жильем. Люди, те, которые пострадали от наводнения, получали компенсации за утраченное имущество. Те, кто пожелал выехать из села и приобрести жилье на территории Амурского района Хабаровского края, такая возможность тоже была предоставлена. Жилье предоставлено. Те, кто решил не покидать родную землю, а остаться здесь, для них был построен вот этот поселок. Я хочу поблагодарить строителей, те, которые здесь действительно и день, и ночь работали, всех тех, кто принимал участие, в том числе и сами болонцы, жители, в том числе и школьники даже работали здесь на этой территории, на стройке. Огромное вам спасибо. А новоселам желаю благополучия, счастья, добра и мира в ваших домах. В связи с завершением строительства губернатором Хабаровского края было принято решение о награждении группы строителей, особо отличившихся во время возведения жилых домов. Стала сегодня легендарным населенным пунктом. Второе место после Бельго по количеству построенных домов. В Бельго мы построили новых домов 93, здесь 76. Это практически новое поселение, которое построено по современным технологиям. Проложены улицы, столбы бетонные, свет. То есть все сделано на современном уровне. Я хочу сказать, что жители Болони проявили мужество и героизм на начальном этапе, когда мы пытались предложить переехать в Альбан, в Амурск. Я помню, несколько было таких совещаний с главой, когда мы предлагали разные варианты, но люди попросили, что они хотят остаться здесь. Было принято решение непростое, не просто нам оно удалось. Где выбрать место, чтобы оно было незатопляемое, чтобы оно было приемлемо для жизни. Вот здесь был лес. Когда я сюда приехал, мы посмотрели. Ну да, надо было лес перевести из лесного фонда в строительный, провести кучу теоретических сначала процедур в правительстве Российской Федерации. Не так просто это все было. А потом еще сюда привести строителей, привести технику, привести домокомплекты, построив их в России. И все это сделать. Честно говоря, мы люди оптимисты, мы строили много вещей в своей жизни, но как-то вот боязно было, честно вам говорю. Вот. И сегодня мы стоим уже на месте, которое является поселком. Желаю всем удачи, счастья, добра и мирного неба над головой. Все остальное мы с вами вместе сделаем. И для того, чтобы это практически новое поселение, здесь много еще работ, впереди зима, дороги и так далее. Как новоселам хочу вам подарить ключи вот от этого замечательного трактора. Он называется «Бэтмен» в народе. Сдача индивидуальных домов знаменует завершение программы строительства жилья для пострадавших от наводнений жителей Амурского муниципального района. По окончании праздничной церемонии для гостей и жителей села прошел концерт творческих коллективов района.
стукали, сил я много лет, но счастье так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Прожил я много разных странных городов, ногами шар земной крутил, что было сил. Да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет, вот и дома долина, растет, цветет на мою победу. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду.